Сорока пятилетняя Пенелопа Крус, Пенелопи Крус, стала ювелирным дизайнером. Вместе с брендом Сваровски испанская актриса создала коллекцию модных украшений. В роли дизайнера ювелирных изделий модель попробовала себя в прошлом году. Теперь Пенелопа регулярно выпускает новые коллекции. Сегодня она показала изделия из своей следующей линии. В коллаборацию звезды фильма «Элегии» и ювелирного бренда вошли серьги, кольца и ожерелья из белого золота с бриллиантами, сапфирами и рубинами. Все это было произведено в лаборатории Сваровски. Актриса рассказала, что на создание украшений ее вдохновило воспоминание о бабушке. По словам Пенелопы, женщина всегда носила яркие ювелирные изделия. Сама Крус мечтала стать автором экологичной роскоши, которая будет вдохновлять одним своим внешним видом. Жена Хавьера Бардема снялась в украшениях из своей коллекции. Кинозвезда позировала в крупных серьгах из белого золота. На пальцах ее рук виднелись многочисленные кольца с драгоценными камнями. Она распустила волосы и показала обнаженную шею и плечи. Завершил образ модели яркий макияж. Ее глаза были выделены тушью и стрелками, а веки накрашены нюдовыми тенями. Пенелопа подчеркнула цвет своих губ максимально естественным оттенком помады. Поклонники восхитились ярким образом звезды. Они отметили, что своим цепляющим взглядом актриса может сразить наповал. Шикарный образ, очень сексуальная, невероятно выразительный взгляд, сводит с ума, вам очень идет такой стиль и эта прическа, отметили фолловеры. Ранее Пенелопа в мини-платье с глубоким декольте украсила модное шоу. Актриса в мини произвела фурор на модном показе в Париже. Недавно Крус в наряде с открытыми плечами без бретелей появилась в Нью-Йорке.